Привет! Я держу в руках еще одну хорошую приманку фирмы Aqua – Wobbler Claws. Он специально разработан для ловли на быстром течении. Всю свою эффективность снасть покажет при активной и средней проводке. Высокая частота игры клос особенно важна при поимке таких стремительных хищников, как лосось, форель, хариус, а также голавль и ясь. Не упускают возможности заглотить приманку и щука с окунем. Чаще всего рыба клюет при смене темпа проводки или при переходе приманки со струи на тиховодье и обратно. Металлические шарики внутри корпуса благодаря шумовому эффекту выманивают добычу с большого расстояния. Wobbler Claws исполнен в одном размере 70 мм. Вес этой приманки 8 грамм, а рабочая глубина от 1 до 2 метров. Снасть представлена в 9 продуманных цветах. А также в арсенале Wobbler Claws надежные тройники Eagle Claw.